диспансер, специализированное учреждение, в нем сформировался действительно такой вот очень уникальный коллектив, который обладает компетенциями в плане именно исключительно выявления и правильного лечения онкологических заболеваний. Все эти специалисты работают во имя одного только, чтобы пациент быстрее вернулся в свою обычную жизнь, вернулся к своей работе, к своей семье. В хирургии полностью идет апгрейд на и переход на эндоскопические подходы, малоинвазивные. Это позволяет делать пребывание более краткосрочным, более комфортным, менее болезненным для пациентов. Пациента может даже не знать о наличии у него опухолевой ткани, а мы уже можем это найти и уже на ранней стадии с вероятностью 99% вылечить этого пациента. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Гість в студії» та я, її ведучий Олександр Катунцев. Рак – одна з основних причин смерті у світі. За прогнозами медиків, експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від раку, на жаль, продовжує зростати. До 2030 року кількість онкохворих зросте на 70%. У той же час, як припускають вчені, через 15 років рак будуть діагностувати у кожного другого мешканця земної кулі. Великий внесок в ефективність боротьби проти онкологічних захворювань робить інформованість людей. Важливо знати, що на ранніх стадіях онкологічні захворювання можна вилікувати, але тільки в тому випадку, якщо виявити хворобу вчасно. А для цього потрібно регулярно проходити обстеження. Про те, як не пропустити хворобу і що робити, якщо вона вже виявлена, а також про сучасні методи діагностики та лікування, поговоримо з гостями нашої студії. В гостях у нас В'ячеслав Полясний, генеральний директор КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» Одеської обласної ради, та Олег Касаткін, лікар-хірург-онколог, КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» Одеської обласної ради. Вітаю вас, шановні гості. Добрий дякую, день. Що завітали до нас в студію. Отже, Одеський обласний онкологічний диспансер має багату та славну історію. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні може пишатися колектив онкодиспансеру, яким сучасним медичним обладнанням, якими сучасними методиками лікування та діагностики? І, звичайно ж, в першу чергу, на мій погляд, про сам колектив диспансеру. Онкологічний диспансер – це одне з найбільш старих лечебних учреждень Одеської області. Нам в наступному році 75 років. Это уникальное учреждение, которое создавалось изначально как специализированное, единственное на территории региона учреждение, направленное исключительно на борьбу с онкологическими заболеваниями. И сегодня порядка 19 тысяч человек ежегодно проходят у нас различные виды лечения и диагностики. Это очень много. В среднем заболеваемость в нашей области – это где-то порядка 5-6 человек в год выявляемость. И основная масса, конечно, пользуется услугами наших врачей, нашего коллектива. Учитывая то, что диспансер – специализированное учреждение, в нем сформировался действительно такой вот очень уникальный коллектив, который обладает компетенциями в плане именно исключительно выявления и правильного лечения онкологических заболеваний. Знаете, можно сказать, что не каждый хирург может прооперировать онкологическую проблему так, как хирург-онколог, но каждый хирург-онколог может прооперировать хирургическую проблему, как обычный хирург, я бы так сказал. И я думаю, что Олег Иванович знает про це, как кажуть, не понаслышке. Не понаслышке. Олег Иванович расскажет, он действительно как высококлассный специалист, расскажет о тех всяких нюансах и тонкостях, которые в нашей профессии есть, но в целом это действительно так. И мы проводим большое... Но для нас очень важно не просто пролечить пациента, для нас очень важно пациента принять к себе, желательно, чтобы это он был, находился на ранних стадиях, на практически нулевая первая стадия, вторая, и оказать ему медицинскую помощь, потому что это и гораздо удобнее, и больше получает моральное удовлетворение от своей профессии и хирург, и с другой стороны... Люди, которые своевременно получают это лечение, они быстрее восстанавливаются и приступают к обычной жизни.
Во всем мире онкология, это уже в цивилизованном мире, это хроническое заболевание, и это такая тенденция всей цивилизации. И люди живут с онкологическими проблемами, лечатся периодически, как с гипертонической болезнью или другими хроническими заболеваниями. У нас, к сожалению, для многих это приговор. И мы, конечно, пытаемся в нашем регионе поломать эту ситуацию. Але треба міняти таке ставлення до цієї хвороби. Да. Ну, хірургія у нас дійсно унікальна. Тільки вона зараз, мабуть, об'яснить, як у нас це все відбувається. Будь ласка, якщо можна, так. І, по-перше, про колектив теж хотілося почути. Про колектив маю на увазі хірургів-онкологів. Ну, в нашому учрежденні ні в одному лікарні міста не зібрано таке кількість різнопланової врачей. Здесь и химиотерапевты, и радиологи, и хирурги, и все эти специалисты работают во имя одного только, чтобы пациент быстрее вернулся в свою обычную жизнь, вернулся к своей работе, к своей семье. И только в нашем учреждении один врач никогда не принимает решения. Мы всегда советуемся, всегда консилиум. Мультидисциплинарная команда. У нас это все прописано, у нас это в стандарте идет, у нас нет возможности пациенту-доктору единолично сказать только так и никак иначе. У нас, поскольку мы имеем и химиотерапию, и лучевую терапию, и хирургию, то мы обязательно пациента передаем по возможности другим докторам, если другим докторам, которые у нас есть, если мы можем таким образом улучшить выживаемость пациента. Ведь мало только прооперировать больного. Его еще надо потом дополнительно наблюдать, отсюда уже и диспансеризация. А наблюдают у нас хирурги, и в случае выявления рецидива, возможно, приходится сразу же обращаться к химиотерапевтам и радиологам, которые у нас буквально сразу же и рядом. Uh-huh. Вот. С точки зрения хирурга, конечно, всегда приятнее прооперировать пациента, который пришел на ранней стадии. А ранняя стадия, она уменьшает пребывание пациента у нас в учреждении, улучшает выживаемость, уменьшает его срок для восстановления, ну и увеличивает выживаемость. Uh-huh. Ну, я знаю, що ви приїхали на ефір сьогодні з операційною, так? Да, да, именно так. Буквально який 40 минут назад була закончена операція. Важка операція була? Ну, ми оперували пацієнтку, яка вже 7 разів оперувалась в різних учреждениях міста, і з них 3 операції вже виконано у нас. І тільки благодаря тому, що вже у нас вона знаходиться під наблюдением в течение года, ми провели її лучову терапію, і операцію, і, звісно, що зараз у неї шанси на те, що вона буде жити, і не буде у неї рецидиву, повторення болезні, намного вище. Бажайте їй здоров'я, да, конечно, від нас. Восстановлюється. Наскільки мені відомо, цього року стартував, ну, як на мене, дуже такий потрібний і своєчасний проєкт Одеського онкодиспансеру з обстеження населення регіону на онкологічні захворювання. І в області почали працювати такі виїзні консультативно-діагностичні служби. Розкажіть, будь ласка, про їхню роботу докладніше. Это очень актуальный вопрос, потому что мы когда проанализировали заболеваемость и смертность в нашем регионе, то у нас, к сожалению, мы видим не очень хорошую статистику. Каждый второй пациент, который выявлен у нас в течение года, к сожалению, погибает. Да? Перепрошу, и если я не помиляюсь, ця статистика найгірша якраз в цих регіонах, я маю на увазі південних, десь там в Ізмаїлі, и такое иное. Да, и у нас, к сожалению, в области сложилась такая ситуация, что у нас всего 1,6%, я буду цифрами немножко грузить, это больных выявляется при первичных медицинских осмотрах. Вот, то есть все остальные – это уже так называемые очень часто визуальные формы, когда уже люди, ну, обращаются в поздних стадиях. По Украине этот показатель колеблется где-то от 20 до 30%. И для того, чтобы решить эту проблему, с учетом наших особенностей нашего региона, географических удалений, удаленность северных и южных районов от областного центра, мы выбрали такую концепцию приблизить, да, вот наших экспертных врачей наших к жителям удаленных регионов. И в области было еще несколько лет тому назад закуплено 2 передвижных маммографа. Эти маммографы стали как бы таким драйвером продвижения этого проекта. И мы увидели, что мы их восстановили и запустили в работу. И это оказалось очень востребовано среди населения. Mm-hmm. У нас мы
спланировали свою работу там на неделю, две там работы в регионе, а к нам обращаются люди, говорят, не убирайте машину, оставьте нам еще там на месяц. Вот сегодня был буквально звонок, и народный депутат обратился, попросил, чтобы машина, которая сейчас в Черноморске, еще хотя бы простояла, потому что люди, ну, действительно очень востребованы. Звертаются, так? Пропускная способность заручено, ниже, чем потребность. И вокруг маммографа сформировалась бригада, вот так называемая, мультидисциплинарная, и врачей, и специалистов. И мы подумали, почему мы должны делать только одни маммографии? У нас же не только проблема молочной железы, хотя она очень актуальная. У нас есть проблема женского здоровья, да, там это на рак шейки матки. У нас есть проблема мужского здоровья, рак предстательной железы, такие актуальные. И мы начали подтягивать совместно для оказания удаленной этой медицинской помощи как раз специалистов в этих. Начали использовать активные ресурсы нашей лаборатории, это онкомаркеры и так далее, и так далее. И мы сегодня это можем делать, потому что программа наша государственная, работа с Национальной службой здоровья Украины, она финансирует эти проблемы, и мы, по сути, эти чекапы, которые мы сформировали по этим трем основным направлениям, мы их сегодня реализуем в интересах населения. И мы надеемся, что у нас, если мы, нам хватит сил и средств для того, чтобы год так проработать, то у нас, по идее, выявляемость на ранних стадиях пациентов по этим трем направлениям должна значительно увеличиться. Это будет очень хороший результат. А это значит, что у людей появится больше шансов не запускать болезнь, своевременно получать лечение, да, и, соответственно, сохранить свою, там, в общем-то, все необходимо для того, щоб прожити довго і щасливо всю свою оставшуюся життя. Ну, ці служби зараз працюють лише в двох місцях Одеської області, так, в Ізмаїлі і в Чорноморську. Планується збільшити регіон їх роботи, маю на увазі, в інші якісь міста це, чи населені пункти спрямовувати ці мобільні групи? У нас зараз розробляється програма, проєкт, совместно з департаментом, руководством департаменту здравоохранения Одеської області, для того, щоб максимально залучити, да, там, українською мовою, та привлечь всі ресурси, які сьогодні є в області, іменно для реалізації этой программы. Это не обязательно должны быть ресурсы только онкодиспансера. У нас сегодня есть определенные ресурсы в опорных больницах, в районах и так далее, и так далее. И мы понимаем, что есть проблема специалистов, но мы используем сегодня элементы телемедицины, да, то есть мы всю информацию аккумулируем на онкодиспансер, которую, возможно, проводим анализ и даем обратную реакцию, и все. И, по сути, пациент у нас сегодня из Измаила, и скоро, в ближайшее время мы запустим на севере такой проект, уже будет подготовлен для того, чтобы приехать в онкодиспансер, обследован, проконсультирован специалистом и получить уже и приступить непосредственно к лечению. Я думаю, что это такой очень уникальный, в принципе, для Украины проект. Я думаю, что он, в общем-то, найдет свою поддержку и продолжение. Я впевнений в цьому 100%. Ви знаєте, окремо хотілося б поговорити про сучасні методики лікування онкохворих пацієнтів в Одеському онкодиспансері. Чи має ваша клініка весь, так би мовити, необхідний і діагностичний та лікувальний комплекс для, ну, високоефективного лікування онкохворих? Зараз, Олег Іванович, розкажете, я тільки як би скажу, що для того, мы в прошлом году начали масштабную модернизацию нашего диспансера в плане обновления парка оборудования, прежде всего хирургического блока, операционных. У нас вот был визит министра здравоохранения в субботу. Мы ожидаем поддержку по дорогостоящему оборудованию со стороны Министерства здравоохранения. Это линейные ускорители и все. И я думаю, что материально-техническое состояние нашего учреждения в ближайший год-полтора значительно кардинально изменится. Но даже то, что мы сегодня сделали, так значительно расширяет наши возможности. Вот сейчас Олег Иванович расскажет именно про операционную. Ну, я начну, наверное, не с лечения даже, а больше с диагностики, потому что только в нашем учреждении пациент, приехавший даже с самых отдаленных уголков нашей области и вообще южного региона, может в течение 1-2 дней пройти полный спектр обследования. Сюда включается эндоскопическое, рентгенологическое и лабораторное обследование. То есть лабораторные анализы, которые пациент сдает утром, у нас они уже к обеду полностью готовы, и это
аналогично всем частным лабораториям, которые есть у нас в городе. У нас есть великолепное эндоскопическое отделение. У нас открылось отделение эндоскопической диагностики, где проводится фиброгастроскопия, колоноскопия, которая в других странах гораздо раньше нашего возраста, который у нас установлен, для скрининга используется. А у нас же, например, рекомендовано колоноскопию даже делать постарше 50 лет пациентам раз в 2 года, для того, чтобы можно было выявить рак прямой кишки, рак толстой кишки. У нас великолепная в этом плане и сама операционная, которая получает постоянно, получает какие-то новые оборудования. То есть у нас эндоскопическая стойка. Из последнего у нас мы получили оборудование для биопсии сторожевого лимфоузла, для визуализации биопсии сторожевого лимфоузла. В Южном регионе такого не было и нет сейчас. Мы имеем возможность установить диагноз более правильно, мы имеем возможность установить правильно, есть ли поражение лимфоузлов. Это, как известно, один из первых коллекторов, который принимает на себя метастатическое поражение онкологического заболевания. И от этого будет зависеть, мы как слепые котята не видим, это прооперировали и пациента оставили только под наблюдение, или же мы понимаем, что болезнь имеет на один шаг больше сдвинулась, и мы можем параллельно провести еще химиотерапию, иммунотерапию, и таким образом улучшить выживаемость пациента. Почему? Потому что, например, статистика в странах постсоветского пространства, например, при моей патологии, при меланоме кожи, страдает чем? При второй стадии меланомы мы имеем выживаемость ниже, чем при третьей стадии меланомы. При третьей стадии меланомы, когда поражаются лимфоузлы, проводится параллельное лечение еще химиотерапевтическое. Но мы об этом можем даже не знать. Сейчас мы уже вооружены до такой степени, что мы можем знать о том, что лимфоузел поражен, и таким образом третья стадия, даже у нас может пациент вылечиться и иметь выживаемость до 80-90%. Ну, насправді кажуть, що правильна діагностика – це 70-80% успіху лікування подальшого. Вот сейчас мы именно в этом направлении очень активно работаем. Уже вот в последние течение месяца мы активно внедряем эту методику. Данная методика используется и при раке молочной железы. Это второе место, ну, можно сказать, первое после визуальных форм рака кожи. Первое место у женщин по заболеваемости, по проблемам. И это также методика используется при раке кожи, при меланоме кожи, при раке щитовидной железы. И вот все эти методики теперь имеют возможность на один шаг впереди обгонять болезнь. Вот то современное эндоскопическое оборудование, о котором говорил Иванович, которое нам сегодня позволяет, ну, во-первых, безболезненно, вот, используем современных методов обезболивания, там, провести исследования. А во-вторых, это оборудование, ну, экспертного уровня, которое позволяет выявлять на очень ранних стадиях, да, там, проблемные участки, которые подозрительные или там, в онкологическом плане, убирать их. Да, то есть, в общем-то, ну, это очень высокоточное оборудование. И это, конечно, такого нет. То есть сегодня точно в Южном регионе это важно. Вот, то есть это те инструменты, которые сегодня уже задействованы. Потом мы запустились, сейчас, в следующей неделе запускаем тоже такую достаточно уникальную для нашего региона методику. Это региональная химиотерапия. Это когда мы можем непосредственно при помощи ангиографических программ, рентгенологического оборудования вводить лекарства непосредственно к пораженному органу. Таким образом, мы достигаем высокую степень концентрации, снимаем общетоксическое действие препаратов на организм и добиваемся более эффективного использования этих препаратов, то есть коэффициент, так сказать, полезного действия для пациента гораздо выше, чем это проводится при рутинных методах лечения. То есть вот эти все инструменты, которые вводятся, они, конечно, очень эффективны. Вот. А в хирургии полностью идет апгрейд на и переход на эндоскопические подходы, малоинвазивные. Это позволяет делать пребывание более краткосрочным, более комфортным, менее болезненным для пациентов. Да? То есть вот эти все методики мы внедряем. И вот у нас, опять же говорю, был министр здравоохранения, нам было очень приятно и отрадно то, что достаточно высоко оценили там наш коллектив и наши возможности, то есть наши старшие руководители из Киева. Ну, це про багато що говорить, така увага. Ви такий акцент зробили на діагностичних заходів. Насправді, я теж вважаю, як я і казав, що діагностика – це дуже важно. І в рамках таких діагностичних заходів ви проводите онкологічні скринінги та чекапи, да? Так вони називаються. Що це таке? Наскільки ці процедури доступні? Наскільки швидко робляться і взагалі, ну, ці обстеження? І що ще важливо, на мій погляд, які аналізи потрібно здавати і чоловікам,
і жінкам для діагностування раку на ранніх стадіях? Бо ви теж підкреслювали і робили увагу на це, що головне знайти цю хворобу на ранніх стадіях. Ну, тут надо отметить, что скрининговая программа направлена в первую очередь на выявление в той стадии заболевания, когда оно еще клинически никак не проявляется. То есть пациент может даже не знать о наличии у него опухолевой ткани, а мы уже можем это найти и уже на ранней стадии с вероятностью 99% вылечить этого пациента. Это очень важно. В данной ситуации скрининговая программа предусматривает, как правило, ну, почему говорят, что рак – это болезнь более пожилого возраста, и сейчас, когда у нас возраст дожития вырастает, то естественно, что и трудоспособность населения должна оставаться на уровне. И выявить пациента и в течение 1-2 недель фактически его излечить от рака, это очень и очень важно. В данной ситуации именно эндоскопическое оборудование очень сильно помогает, вот, и маммография, вот, и уже, естественно, лабораторная. То есть каждому пациенту мужского пола желательно после 40 лет сдавать PCA, скажем, простат-специфический антиген ежегодно, для того, чтобы определить на ранней стадии рак предстательной железы. Угу. Почему? Потому что мы можем долгое время ходить и думать о том, что у нас всего лишь какая-то аденома, а в это время в организме уже цветет рак предстательной железы. А на ранней стадии рак предстательной железы может быть вылечен даже гормональными методами, которые у нас есть и доступны абсолютно для пациента. Более того, этот анализ достаточно прост. То есть с утра прийти натощак, сдать его и фактически уже в обед иметь результат, посетить уролога. И это все можно сделать в течение 1, максимум 2 дней в нашем учреждении без всяких каких-либо ограничений. Вот. Женщинам же спокойно выполняется маммография, опять же, в течение 1 дня. То есть у нас нет такого, чтобы пациент пришел, и ему сказали прийти через месяц. Такого, ну, не допускается. У нас пациент, если уже попал к нам в учреждение, и у него есть необходимости, есть желание спокойно пройти все обследования, он будет полностью обследован. У нас нет такого, чтобы мы, если пациент пришел только обследовать грудь, чтобы мы ему не предложили или не просмотрели еще его гинекологическую сферу в плане женского населения. Мужское население обязательно контролируется у нас, чтобы еще была проверена легочная ткань. Это либо флюорограмма, ну, это если она проходится по месту, но желательно, конечно, рентгенография, либо компьютерная томография. Все это в нашем учреждении есть, и все это можно пройти у нас без всяких задержек. Ну, дуже важлива інформація, на мій погляд, і дуже вчасно, я думаю, для телеглядачів це дуже важливо почути і знати. Але про доступність хотілося б поговорити. Ви кажете, і зробили теж на цьому акцент. На жаль, багато хто вважає, що рак – це вирок. Ще й тому, що лікування дуже дороге і для більшості українців, ну, просто не по кишені. Але, на жаль, небагато хто знає, що існують певні аналізи, певні процедури та навіть хіміотерапія, які надаються безкоштовно. Безкоштовно у рамках, ну, так би званих пакетів НСЗУ, так? Да. Розкажіть, що можна отримати, так би мовити, що може отримати пацієнт безкоштовно? Ну, наскільки це доступно? В прошлом году у нас було підписано з Національної служби здоров'я України 10 пакетів, в цьому году ми підписали 15, нам підтвердили, і, тобто, розширили кількість пакетів. И мы берем обязательства перед Национальной службой здоровья по договорам в рамках этих пакетов обеспечивать за деньги государства весь необходимый объем, необходимый как диагностической, так и лечебной медицинской помощи. То, что прописано в этих пакетах. Поэтому в рамках этих пакетов мы работаем только бесплатно со всеми продуктами. Но кроме того, что оплачивают эти пакеты, есть еще как бы временная и доступность и по расстоянию доступность для людей. Да? В пакетах нет программы по скринингу. Скрининг – это исключительно инициатива коллектива Одесского областного онкологического диспансера. Это наш такой вот, мы для себя поставили задачу, что мы приблизим нашу помощь в рамках этих пакетов к жителям удаленных районов. Да, потому что у нас нет пакета на скрининг или на диспансеризацию, как либо. Но у нас есть пакет на лабораторную, на диагностику, на то, на то, на то. С те, которые мы можем включить в скрининговый пакет. И мы включили, создали такие вот 3 группы для вот то, что я уже говорил. Вот, и их сегодня активно предлагаем населению Одесской области для того, чтобы они воспользовались этой возможностью.
Да, но для того, чтобы территориальную доступность организовать, мы как раз вот и организовали эти выездные бригады, которые выезжают у нас в громады по согласованию с громадами. Алгоритм простой. Если громада или медики, там, да, и они изъявляют желание, чтобы мы поработали на их территории, вот как сегодня, допустим, машина находится в Черноморске, там, или в, ну, бригада находится, угу. или в Измаиле, то это дело анонсируется, и все, кто пожелает прийти на прием, записываться через нас единый телефон контакт-центра, который есть у нас на всех наших ресурсах, на сайте, там, вот, и не предлагают, или на флаерах, которые мы распространяем по чекапам, записываться на прием, формируется соответствующий график прохождения всех диагностических процедур, затем формируется группа пациентов, которые непосредственно должны или хотят, это в чекап входит, получить консультацию узкого специалиста, там, уролога, онкоуролога, гинеколога, онкохирурга. Да, то есть, да, и после этого, в случае необходимости, он уже следующим этапом приезжает в онкодиспансер и получает лечение. Сегодня можно с уверенностью сказать, с того массива, который мы провели, что не менее 10% всех обследований являются 100% онкологическими пациентами нашего диспансера. Это очень много. Mm-hmm. Вообще-то, в принципе, там, где это проводится системно, в других государствах это 1%, может быть, 2%, а того mm-hmm. меньше, да? То есть при большом массиве. Но у нас сегодня, к сожалению, это говорит, что у нас есть колоссальный большой объем работы и колоссальное большое количество людей с невыявленной онкологической проблемой. Дякую. Дякую вам за дуже цікаву розмову і за дуже корисну інформацію. Що, підбиваючи підсумок нашої сьогоднішньої бесіди, що б ви побажали чи порадили нашим телеглядачам, як зберегти здоров'я, як уберегти себе від цієї страшної хвороби? Ну, в первую очередь хочется пожелать, любите себя. Не думайте, что пройдет само. Если есть какая-то проблема, приезжайте. Никому мы не отказываем, никогда. Все пациенты, которые к нам обращаются, всегда получают консультативную помощь. Нету такого, чтобы мы кому-то отказали. Поэтому приезжайте, любите себя, не ждите, что пройдет само. Мы всегда вам поможем. Дякую. Вячеслав Алексеевич, что бы вы сказали? Мы не можем повлиять на появление онкологических заболеваний, к сожалению. Врачи бессильны в этом. Но мы можем сделать все для того, чтобы эти болезни своевременно выявить и качественно пролечить. Для этого у нас достаточно сил и специалистов, и интеллекта для того, чтобы мы могли эту решить проблему. Еще раз хочу сказать. Онкологические заболевания – это хронические заболевания. Это не приговор. И правильное восприятие этой информации и врачей – только способствует тому, что люди, в общем-то, могут жить абсолютно нормальной, полноценной жизнью, да, периодически получая то или иное лечение, не ограничивая себя практически ни в чем. Поэтому обращайтесь, пользуйтесь нами, пользуйте нас, и мы всегда будем рады оказать вам необходимую медицинскую помощь для того, чтобы у вас было хорошее здоровье. Дякую. Дякую и успехов вам в вашей работе. Да, спасибо. Спасибо. Що ж, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. На все добре, до зустрічі.